Всех приветствую на своем канале. Мой обзор был посвящен моему заказу по 10-му каталогу Avon. Заказ был очень маленький, я делала его в основном для того, чтобы сохранились баллы на моем аккаунте. Я так поняла, баллы за минимальный заказ меньше, чем за 1600 не начисляются, но хотя бы они не пропадают. И заказала я себе три гелика, которые вроде как новинки, ну точнее два из них новинки, один из них я именно такой серии брала в основном только скрабы. И я решила попробовать его в роли геля. Даже если он точно так же, как остальная серия Senses, не будет пениться, то хотя бы его можно использовать в роли пены для ванн. В роли пены для ванн гели Senses очень хорошо мне идут. Они хорошо пенятся, в отличие от того, когда их пользуешь в роли под душем. В общем, вот этот вот гель Senses. Летняя коллекция Avon Senses. Бразильский коктейль. Лайм, ром и мята. Освежающий гель для душа с натуральным маслом. Натуральным маслом чего, я не знаю. Хотя тут состав по-русски написан, но довольно мелко и белым шрифтом на вот таком светлом фоне. И мне не очень видно, а напрягать глаза мне как-то особо не хочется. Но зато хочется его понюхать. Что-то такое свежее, аромат такой унисекс ближе. В общем, пахнет довольно вкусно. Я сегодня планирую сделать себе ванну с пеной. Вот не знаю, может быть, использую пену из запасиков, а может быть, кого-нибудь из этих вот затестю в роли пены. Ну, тут 250 мл, в общем. Вообще, их можно было брать один, по-моему, за 105 рублей, а три за 225. Ну, у меня, соответственно, еще была доставка 149 рублей. И там еще это макулатура, точнее, каталог, еще какие-то приложеньки. Все вместе заплачивала в этот раз Яндекс, фото с Яндекса, как он там, с Билайна. Потому что что-то у меня не получилось своим традиционным путем оплатить. И я решила попробовать с телефона. С телефона, кстати, довольно так удобно. Процент тоже небольшой, по-моему, 2%. С банка, по-моему, 1,8 сейчас было, как-то 1,5, кажется, процента. Ну, что-то такое. В общем, оплачивала со счета телефона, и обошлось мне это в 362 рубля с копейками. В принципе, что? Так-то, конечно, если бы набрала на 1600, было бы реально дешевле, и видно было бы эту скидку, но да не суть. Второй у меня гелик, это у меня тоже Avon Senses, витаминная коллекция, восхитительный сад, малина, яблоко и черная смородина, увлажняющий гель для душа с витаминным комплексом. Я его просто, вот, можно, кажется, было на картинке потереть и понюхать. В общем, когда-то я его в каком-то каталоге потерла и понюхала, сидя у Женьки еще в гостях. Он мне чисто по запаху понравился, и я решила, что когда-нибудь, может, его себе закажу. Тоже 250 мл. Ой. Действительно, очень вкусно пахнет. Не могу сказать, чем конкретным, но вот чувствуется тут что-то такое ягодное. И что-то такое сладкое. Ну, вообще, я сегодня давно уже порядком так как не ела, и поэтому мне от этого запаха очень захотелось кушать. Вообще, я хотела потопить шоколад в фондюшке, который у меня еще лежит, черный просто шоколад чистый из Калининграда, и, в принципе, он частично уже потопился, у меня есть как он там, атрусовский лавашек, я думаю, его с шоколадкой потом закушать. Но это уже так, я отошла от гелей. Просто у кого что болит, да, вот я хочу есть, поэтому я про еду говорю. И вот тоже это, конечно, уже не новинка, это Avon Senses, увлажняющий, пробуждающий цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин. Гель для душа, 100% экстракта натурального происхождения. Сейчас мы его занюхаем. Вот этот открывался легче всех, а вот этот открывался тяжелее всех. Пахнет он точно так же, как скрабик. Скрабик у меня закончился. Я надеюсь, потом, наверное, себе куплю еще такой же скрабик. Чисто потому, что он мне и по эффекту скрабирующему нравится, и по запаху. Хотя скрабиков сейчас у меня от Фраши довольно много. Вот такие у меня три гелика было. Каталог я еще не листала, но обнаружила там такую приложеньку. Как я поняла, если сделать заказ у территории бегущих вперед, от 1000 до 3500, ну где-нибудь за 1600 где-то сделать заказ по 11-му каталогу, то можно получить что-то за 30 рублей в подарок с этим же заказом. Я единственное не поняла, на выбор или оно уже вложится то, что будет. Вот, если кому интересно.
Ну и тут, если и на большую сумму, от 3500 разместить заказ по этому же 11 каталогу, но от других территорий, не бегущих вперед по 9 каталогу, то можно получить подарок за 50 рублей с тем же заказом. Раскрываю секреты Эйвона. Вот такой небольшой у меня был обзор. Если вам было это интересно это видео, то ставьте лайки, ну, пишите комменты и подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока!